Какие? Спряжка всегда с левой стороны, чтобы правой рукой можно было всегда ее отстегнуть в случае чего. В техническом дайвинге дрозовой пояс не используется вообще. Как бы еще читал? За счет того, что у тебя либо дрозовый V-образный и груз стоит на спарке. Либо у тебя два грузика стоят по бокам на спарке.